1782-85 годах в Рязани по проекту губернского архитектора Ивана Сулакадзева на Астраханской Ленина улице был построен гостиный двор. Изначальная цель возведения данного комплекса – размещение здесь городских торговых рядов. Ансамбль гостиного двора состоит из четырех корпусов. Западный и южный – на нечетной стороне улицы, северный и восточный – на четной. Спонсировали проект сами купцы, будущие хозяева торговых площадей. Каждый из них строил необходимое ему количество торговых лавок. Несмотря на это, все постройки были выдержаны в едином архитектурном и композиционном стиле. Изначально все корпуса гостиного двора были одноэтажными и имели простое оформление. Но такой облик торговых рядов просуществовал недолго. В 1810 году северный корпус был реконструирован и расширен в сторону улицы Владимирской, улицы Свободы. Губернский архитектор Никифор Милюнов, опять же на средства местных купцов, дополнил корпус колоннадой на фасаде и вторым этажом в его центральной части. После пожара 1830-х годов купцы перевели свою торговлю в хлебные ряды, торговые ряды на площади Ленина. В корпусах гостиного двора расположились Сергиевская домовая церковь Рязанского гарнизона, музей славы Нежинского полка, городские дума, управа и аптеки. Смена хозяев сказалась и на облике зданий. В последней трети XIX века были существенно переделаны северные и западные корпуса. Западный корпус, ранее разделенный проходами на три блока с двусторонним расположением лавок, изменился сильнее остальных. Свой третий этаж он получил уже в советское время. Современный южный корпус – это лишь небольшой фрагмент, который остался от первоначально построенного здания. Длинное одноэтажное крыло, примыкавшее к нему с юго-запада, сильно обветшало и было разобрано в 20 веке. Восточный же корпус сумел сохранить большую часть своего первоначального объема. К улице Ленина обращен короткий отрезок его Г-образного плана, дополненный галереей с колоннадой. В 1949 году на площади гостиного двора был установлен памятник Ивану Петровичу Павлову, а в 1956 году построено здание Рязанской филармонии. Новая волна реконструкции 1980-х годов приблизила северный корпус гостиного двора к своему историческому облику.